Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Acharya Dharmam Paricharya Vishnum, Vicharya Tirthani, Vicharya Vedan, Vinana Gaura Priyo Pada Sevam, Vedadi Duspappa Padam Vidanti. Acharya Dharmam Paricharya Vishnum, Vicharya Tirthani, Vicharya Vedanu, Vinana Gaura Priyo Pada Sevam, Vedadi Duspappa Padam Vidanti. Vinana Gaura Priyo Pada Sevam, Vedadi Duspappa Padam Vidanti. Gauriya Goshtipati, Sisila Bhakti Siddhanto, Saraswati Goswami, Govardhana. Gauriya Goshtipati, Sisila Bhakti Siddhanto, Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что есть великая чудесная сила в Кришна-прите. В Кришна-прите содержится некая удивительная энергия. Если у нас есть огромная любовь к Шри Кришне, то в ней содержится некая уникальная сила, перед которой все этические нормы, дисциплина, правила и предписания, социальные обязанности, обязанности в обществе, это все меркнет перед, это все становится бесполезным, незначительным в сравнении с Кришна-прити, с огромной любовью и влечением к Шри Кришне. И если наша Кришна-прити, наша Кришна-сева, если на пути служения Кришне, если мы чувствуем какие-то препятствия, то тогда мы должны пожертвовать всякими этическими нормами, нашими обязанностями в обществе и прочими. Мы все должны это оставить и заниматься Кришна-севой. И общество может нас критиковать, что мы занимаемся не тем, чем надо. Вместо того, чтобы исполнять свои общественные обязанности, мы занимаемся Кришна-бхаджаном. Но это очень благоприятно для нас. И если кто-то какое-то общество критикует нас за это, то мы только должны выразить им почтение и все на этом. А люди, находящиеся в обусловленном состоянии, не могут понять, что такое Кришна-бхаджан. Если они осознают на 100%, они, если смогут следовать, то есть если они осознают, то тогда они могут следовать полностью нашей Гуру-варге. Наша Гуру-варга показала путь. Мой Гурудев показал путь. О, мой сын, смотри, кто что делает. Это не наша забота. Ты следуй мне, и этого достаточно. Однажды я был... Я сказал, что какой-то махарадж что-то там не говорит одно, а делает другое. Мне Гурудев сказал, что остановись, не думай об этом, просто следуй мне и все. Это не твоя забота, что они там делают, пускай делают. Какое отношение это к нам имеет? Перед Шрила Прабхупадой два известных махараджа однажды пришли к нему принести свои поклоны. Они скрыто пришли. Почему они пришли? Он спросил, и вот они сказали, что мы хотим сказать вам, мы совершаем служение под вашим руководством, мы очень любим, уважаем вас, мы хотим день и ночь совершать служение, но Шрила Прабхупад, я думаю, вы знаете, вот кто-то там делает то, что и вот они, в общем, решили оставить Мадхи за какой-то проблемы и спрашивали, что делать. Шрила Прабхупад некоторое время выждал и сказал, я знаю все, кто что делает.
Но какое отношение это к вам имеет? Это влияет как-то на ваш харибаджан? Вы не можете совершать харибаджан, посмотрите на меня, следуйте мне. Пускай они делают то, что делают. Если я хочу найти решение для всего общества, Мадха и прочего, то тогда мы не сможем сконцентрироваться на нашем своем служении. Может, они как-то севу на 80% делают и впоследствии исправятся. Если мы будем их пытаться исправить, мы только потеряем наше время. Кто-то может наполовину севу делать или еще как-то, но, по крайней мере, они что-то делают. И вот Шрила Прабхупад сказал, что не думайте, что я это не знаю, но в чем ваша проблема? Вы пришли, чтобы совершать баджан, вы смотрите на меня. То, что я делаю, много раз Шрила Прабхупад говорил, что 24 часа служение настоящего ачарьи, оно продолжается все 24 часа в сутки, его настроение служения, оно может вести нас должным образом. Я много раз уже говорил об этом. Обусловленная душа, она не может обрести силу для того, чтобы совершать харибаджан до тех пор, пока они не найдут такие обусловленные души, не найдут яркий пример перед своими глазами. Как Шрила Прабхупад совершал баджан. И таким образом мы можем обрести силу. И откуда мы можем обрести эту силу? От нашей Гурварги. Гурварга является нашим идеальным примером, и мы должны находиться находиться на том же пути. И тогда мы сможем обрести силу. И игнорируя Гурудева и Вайшнавов, мы не сможем стать успешными в нашей жизни. Что значит успешный ачарья? Я много раз говорил об этом, это очень важный термин. Что значит успешный ачарья? Шрила Прабхупад говорит, успешный ачарья значит тот, кто может вложить бхакти в ваше сердце, тот, кто своим влиянием, своим идеальным примером, настроением служения, он может дать вам такое впечатление, которое поможет вам принять бхакти, всю сиддханту, все поведение преданных и прочее, и он зовется успешным ачарьей. Если какой-то ачарья может действовать так, он, то есть кто-то может как-то исполнять обязанности ачарьи, но менять сердца других он не может. То есть есть такие ачарьи. Но это не... То есть, если мой Гуру Махарадж не может, то есть если просто совершает баджан, это одно, а если он может вдохновить других на своим примером, он может дать нам возможность принять эту сиддханту весь вечер, вайшнава вечер, и как Шрила Кешава Госвами Махарадж, он успешный ачарья, настолько он был очень строг. И он может помочь нам развить наше баджан, нашу любовь к Верховному Господу. И поэтому много раз я говорил, из Ваю Пураны есть такая шлока. Почему мы можем говорить о ком-то, что он ачарья? Первое, это то, что он следует всей Гауде, Гурварге. Очень строго следует не так, что на людях следует, а когда никого нет, не следует. Нет, это не так.
Вот согласно этой шлоке, он более смирен, чем травинка. И Шрила, если Шрила Прабхупад не был бы более смирен, чем травинка, или Шрила Кешава Госвами Махарадж, то тогда они не могли бы проповедовать это главное. Люди бы не могли бы принять то, что они говорили. Да, если Шрила Прабхупад или Шрила Кешава Госвами Махарадж они говорят жестко, то это не значит, что у них нет чувства Тринадапи. И кто мы, чтобы говорить о Гуру и Вайшнавах? Кто дал нам силу что-то, какие-то замечания делать, кто Вайшнав, а кто не Вайшнав, никакая обусловленная душа, будучи в обусловленном состоянии, она не может такое делать, не может определить, кто Вайшнав, а кто нет. Шрила Прабхупад говорит, что если мы найдем, что этот какой-то вайшнав абсолютно не заинтересован в прачишти, в славе, в почете, какие пожертвования вы ему даете, если он абсолютно не заинтересован в этом, то это, если он знает, что только Кришна может по-настоящему позаботиться о нем, и поэтому он не считает необходимым кому-то льстить. И Шрила Прабхупад поэтому говорил, что льстящий человек никогда не сможет стать проповедником. Для таких людей проповедь невозможна. Вначале всего мы должны увидеть, что Гуру Вайшнавы, они находятся на нейтральном уровне. Шрила Бхактивинода Тхакур, он говорил много раз о качествах Вайшнавах. Дирата – одно из качеств. То есть нельзя на Вайшнава повлиять деньгами или еще чем-то, чтобы изменить его убеждения. Шрила Прабхупад, Майбхурадев, Шрила Бхактивинода Тхакур, они не какие-то дешевые личности, на которых можно повлиять какими-то деньгами, богатством или еще чем-то. И вот Шрила Прабхупад говорит, если вы находите, что он никогда не отклоняется от Вайшнава Сиддханты, даже на миллиметр, то есть тот, кто имеет очень твердое положение, это дидирата называется. Саралата значит простота. Как Шрила Кешава Госвами Махарадж, например, он пример такой простоты. То есть то, что внутри они говорят, то есть они то, что думают, то они и говорят. И нирапекхата. Даже в этом вайшнавском обществе очень тяжело найти. Я не хочу этого говорить, но вынужден говорить, поскольку вы дали мне возможность говорить об абсолютной истине, что говорить об этом материальном мире. Очень тяжело найти даже сейчас одного вайшнава, у кого, может, они есть, но мы не можем видеть их, к сожалению. Те, кто находится на полностью нейтральном уровне, как Шрила Прабхупад. Можно поехать во Вриндаван, так много людей, которые что-то говорят, но большинство из них не переносят Гаудия Матх. Кто-то говорит о Чайтанье Махапрабху, но кто-то говорит, думает, что такие люди
если говорят о шлоке Динадабит, он не следует Махапрабху, то нет, это глупо, я перед вами говорю, они просто хотят вас одурачить, я могу взять шалагам в руку, и то есть можно попросить их прикоснуться к шалаграмму и спросить, уважают ли они Гаудия Матхи, эти люди не смогут ответить. То есть такие люди не находятся на нейтральном уровне. Они могут что-то говорить, но они к чему-то пристрастны. И вот суть в том, что мы не заинтересованы в чьих-то лекциях, в том, что кто-то говорит. Мы хотим видеть чувство, прямое чувство, которое мы обрели от силы Прабхупады и нашего Гурудева. Это самое главное в баджане. Никто не знает об этом. Normal effort I can shavavik cheshta. If you put too much effort, I like to change him, his character. This one kind of karma. Глава наша Гурвага говорит, что если мы должны вначале всего помочь себе, а если мы будем на кого-то давить, чтобы они изменили свой характер, то это будет просто один из видов кармы. Гурдев, он может изменить кого-то, Гурдев может ругать кого-то, но не всегда, и нет такого. То есть, смысл в том, что если мы будем слишком заняты в том, чтобы исправлять других, то это просто будет какая-то карма, и ничего хорошего мы не найдем. Главное, что мы должны делать, это исправлять свои собственные недостатки, а не искать их в других. Что такое Тринадапи, далеко не все знают настоящее научное значение этой шлоки. Шрила Прабхупада говорит, что научный ответ на определение этой шлоки есть только в Гаудия Матхе. Шрила Прабхупада говорит, что если кто-то не заинтересован в практичестве, в положении, уважении, почете, только он, кто утвердился у лотосных стоп Гурудева, он может говорить о абсолютной истине, и тот, в чем сердце нет даже не то, что каких-то материальных желаний, даже запаха от этих желаний нет. И вот Рагхунат Дас Госвами, он такую шлоку говорит, что у нас не должно быть не только желания славы, но и запах от этого желания славы тоже не должно быть, иначе это запах и желание славы, но он может сбросить нас с пути баджан. И вот что значит успешный ачарья? Успешный ачарья, он достаточно могуществен, чтобы вложить бхакти в ваше сердце. Тот, кто может дать силу вам, чтобы вы приняли все, весь ачарван, поведение, этикет и учение бхакти. Шрила Прабхупада говорит, что в Бхагаватам можно найти прекрасную шлоку в 11 части. Вот эту шлоку. Что нет никакого секрета, который Гурудев не может открыть полностью предавшемуся ему ученику Снигда Шишти. Видение Гурудева, оно очень ясно, он может видеть то, что в вашем сердце, какое осквернение, если оно там есть, мы не можем обмануть Гурудева. Может, кто-то думает, что может обмануть Шрилу Шридхара Госвами Махараджа или Шрилу
Бхактипрамода Пури Госвами Махараджа. Нет, это глупо. Они могут нас одурачить, если мы захотим их обмануть, и в будущем мы обнаружим, что мы просто оказались одурачены, когда хотели обмануть Гурудева. Может, мы можем получить какое-то положение, какое-то богатство или еще что-то, но это все, что мы обретем, если Гурудев в будущем спросит нас о мысли, чего же ты достиг, что же мы ответим, что мы собрали 100 тысяч евро там, или землю какую-то, или еще что-то. То есть просто какие-то материальные вещи. То есть иногда бывает, что под именем Харибаджана просто занимаются каким-то бизнесом. Я много раз говорил очень громко о том, что есть образовательная мафия, есть духовная мафия и прочие виды мафии. Есть очень уважаемые люди, но это он, как сказать, этот... не взяточник, а такой вор в законе. Вот. То есть внешний человек может быть очень уважаемым, но быть вором в законе. Это и так и в политике, и в образовании, и на духовном пути есть тоже такие воры в законе. То есть они не преданные, а просто похожи на преданных, а занимаются криминалом. И вот Гурудев иногда говорил, что если мы пойдем в какой-то большой магазин, можем увидеть, что ну, как-то он продает какие-то железо какое-то, ну, стройматериалы, скажем, там сидит Марвари в такой в позе лотоса и спрашивает, если кто-то заходит, спрашивает, как мы можем вам послужить, хотите там чаю холодного или чаю горячего. То есть у них система продаж такая, что они цену прямо не говорят, а зуб заговаривают, чай предлагают, то предлагают. Sometimes you can find Maharaj, they are very sattvaguna, Maharaj, they are treating us so nicely, Gurudevji. You are foolish, they are not sattvaguna, they are tama, very tama. То есть внешне может выглядеть, что они находятся в сатвагуне, так красиво говорят, но сами они в тамагуне. You are speaking, crying heavily. You cannot change why. И вот у Махараджа есть какой-то человек, который занимается набором книг и прочим этим, версткой. И вот он спросил, на каком уровне он находится и на каком уровне жена его находится. И вот Махараш ответил, что этот человек, он в раджагуне находится, иногда на уровень сатвагуни поднимается. Жена, у него жена, которая рыбу постоянно ест, она в такой, в тамагуне находится. И Махараш сказал ему, что если он этот человек хочет принять его совет, то сначала он своей жене должен помочь из уровня тамагуны возвыситься на уровень раджагуны. И тогда уже можно что-то делать, уже лучше будет. И после этого... Да вот, если такой человек возвысится на уровень раджагуны, и потом впоследствии можно возвыситься на уровень сатвагуны, когда-то в будущем.
И вот и после того, как мы достигнем сатвагуна, то тогда нужно избавиться также и от сатвагуна. Нужно возвыситься, но когда мы будем совершать баджан, то мы также должны будем возвыситься над сатвагуна, то есть избавиться от влияния всех этих материальных гун природы. Мы должны принять чистую сатвагуну. И до тех пор, пока мы не успешны в принятии чистой сатвагуны, мы не сможем начать харибаджан. Да, это так. Это очень сложно. И та сатвагуна, она она лучшая из трех гун материальной природы, но все же в Бхагавад-гите Бхагаван Шри Кришна говорит, что эта сатвагуна, она может также связать нас. Это тоже один из видов оков. Поскольку, когда мы возвышены до сатвагуны, мы можем чувствовать какое-то спокойствие. Это спокойствие, оно может стать причиной нашего рабства. То есть какое-то материальное счастье, такое сатвагунное счастье, оно тоже может стать препятствием. Но я говорил о той шлоке с Бхагаватам. И вот первое, кто такой Снигда Шишья, а кто нет? Снигда Шишья значит очень такой идеальный ученик, скажем. Я примеры привожу, То есть не так просто определить, кто настоящий Снигда Шишья. Шрила Прабхупад дает нам формулу, которая применима в этом случае. Шрила Прабхупад говорит, что если мы сможем обнаружить, что тот ученик, он успешен в том, чтобы принять все учение, все качества Гурудева, всю Сиданту, Ачарон, все поведение. Если они явились в нем, то это показатель того, что он настоящий ученик, он Снигда Шишья. То есть по милости Гурудева, если вся Сиданта, все Ачарон, все качества Гурудева явились в его сердце, в его жизни, то тогда Шрила Прабхупад говорит, что будьте уверены, что он Снигда Шишья, будьте уверены, что Шрила Кешава Госвами Махарадж, Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж, они Снигда Шишья, они приняли все учения, все качества, все поведение Шрилы Прабхупады. И это формула, по которой мы можем определить, кто есть настоящий ученик, а кто нет. И как мы можем возвыситься над Раджа, Тама и Сатва Гуны. Бхагаван Шри Кришна перед Удавой говорит, Анджаса Джаед, значит, что мы можем с легкостью преодолеть это все, это основное. Детский сад, можно сказать, многие всю жизнь думают, как избавиться от майи, от гун материальной природы, это разве наш баджан? То есть многие думают всю жизнь, как избавиться от влияния майи, вот в этой шлоке очень простой путь описывается, а что дальше, после того, как мы избавимся от влияния майи, что дальше делать, это главный вопрос. А мы рождение за рождением пытаемся избавиться от влияния майи. Вот 20 лет назад я видел, что то есть можно было найти людей, которые могли
могли, то есть они, которые, как сказать, были, то есть можно было помочь им начать совершать Кришна-бхаджан, а сейчас можно видеть, что дети даже не все время сидят в интернете, и тяжело кого-то там вытянуть оттуда и занять чем-то другим. Сейчас далеко не каждый может посвятить свою жизнь Шри Чайтанья Махапрабху. Сейчас даже у дворников есть смартфоны, которые работают дворником, все равно он постоянно сидит в интернете. И кто сказал эту шлоку? Сам Шри Кришна. Кришна говорит, есть очень простой путь. И как же избавиться с помощью Гуру Севы? Но одно «но» должно быть сад Гуру Севу. Я говорю о стандартных вещах. Не надо спрашивать, вот тот Махарадж, пятый или десятый, я об этом не говорю. Я говорю об идеальных вещах, о стандарте. Служение садгуру можно с легкостью преодолеть влияние май и гун материальной природы. Этот сарван гуру бхакта гуру саптами гуру те гуру бхакта пурушехи аньясашехи. Пуруш значит, не женщина, только пуруш, нет. Мы неправильно поняли. Пуруш значит тот, у кого есть пурушакара, то есть делающий такой, то есть женщина или мужчина, неважно. То есть есть чувство делающего, то это и называется пуруши. То есть у всех людей есть какое-то такое качество пурушакара. То есть они на себя полагаются, что они могут что-то сделать, это зовется пурушакаром. Есть прекрасное объяснение, когда я объяснял Бхагаватам, я говорил, пур значит это тело, храм, в котором 9 ворот. Это тело сравнивается с храмом, с мандиром. И тот, кто пребывает в этом храме теле, то есть он Пуруша зовется. То есть тот, кто Тадживатма, которая пребывает в этом материальном теле, она зовется Пурушей. Есть два Пуруши, которые пребывают внутри Дживатмы. Первое – это я, то есть в смысле душа, которая считает себя делающим, и сверхдуша, которая наблюдает за всем этим. И вот есть параматма и дживатма. Кришна, можно... назвать... Deho dehi dehaha is not there with Krishna's body and the personality. Кришну назвать Пуруша не совсем правильно, поскольку вот согласно вот этой шлоке он не, то есть нельзя найти душу, тело и сверхдушу в Кришне, поскольку это все не отлично, имя Кришна, тело Кришны не отлично, например, и все остальное, поэтому Кришне это неприменимо. А то, что есть у Кришны, у него только сила воли есть, а все другое совершает Баларам. Это, то есть у Кришны есть такое воля, сила воли, желание. Баларам однажды подумал, как я не могу понять, что он не может понять майю Кришны, что если Кришна не захочет, то Баларам тоже не может знать все.
У Кришны есть вот это одно качество, это воля. И Бхагаватам в первой шлоке говорится, и вот одно из его качеств, Кришна, то никто не может, он независимый, и никто не может на него влиять. И вот смотрите, что говорится там. Что вот это объяснение Пуруша Кары, оно применимо только к Дживатме, но не к Кришне. Да, к Кришне другое применимо, вот это вот в начале Бхагаватам Катвы. Это зовется Адвайгентатва, но это отдельная тема. И вот сейчас, сегодня день ухода Шилы Бхакти Ракхака Шридхара Госвами Махараджа, о котором Шрила Прабхупада сказал, что в то время Шрила Шридхара Махараджа ничего не был, не принял саньясу. И вот Шрила Прабхупада говорил о нем, что Шридхар Махарадж, он лучший из проповедников в Гауди обществе. И Шридхар Дев Госвами Махарадж, он принял саньясу от Шрилы Прабхупады, а Шрила Кешава Госвами Махарадж принял саньясу от Шридхара Махараджа. И вот Шрила Прабхупада говорил, что Шридхар Дев Госвами Махарадж лучший из проповедников в Гауди обществе. И это действительно так, как из главных признаков проповедника Шичитания Махапрабху уже сказал. Это качество Тринадапи. И если нет этого качества Тринадапи, то не стоит проповедовать. Любое наше... То есть... То есть Шрила Мадхава Госвами Махарадж говорил, что... То есть про Шрила Мадхава Госвами Махараджа и про Шридхара Махараджа говорили, что никто никогда в жизни не видел, чтобы они гневались. Шрила Мадхава Госвами Махараджа за всю свою жизнь он ни разу не гневался, и Шрила Кешава Госвами Махараджа тоже. Может, они являли лилу гнева, но это другое было совершенно. Чтобы утвердить Сиддханту, и также в жизни Шридхара Дев Госвами Махараджа тоже нельзя найти такого примера, чтобы они когда-либо теряли терпение и гневались. The taxi man, always speaking, will have to give me extra 10 rupees. Madhava said, why? As for which I can pay, I'm not going to cheat you. No, you have to. Maharaj is not speaking anything. After reaching Rasbiya, I mean, March, you would understand the exact amount, what is swayed, what is shown by meter, and what is going outside, inside March. Then Guru Maharaj is always so coming down. In the meantime, the taxi man passing was ugly remark about Balgusima. И вот однажды Шрила Пури Госвами Махарадж, он явил лилу гнева. Дело было в том, что однажды они ехали на такси с вокзала до... That is called Vaishnava. How you can understand your Vaishnava?
One pure Vaishnava in front of you, somebody insulting you, and you want to prove that you are more than him. И вот, в общем, эта таксистка конючила на всю дорогу лишние деньги, а Шрила Пури Махарадж сказал, что заплатит ровно по счетчику, и, в общем, когда они приехали, он заплатит ровно сколько положено, и ушел. А этот таксист потом какие-то сказал нехорошие слова про него, и Шрила Мадхава Махарадж, услышав это, очень разозлился на этого таксиста. И еще один пример был, однажды Шридхар Махарадж говорил Харикатху, точнее Шрила Кешав Махарадж говорил Харикатху, и Шрила Кешав Махарадж сказал, что как я могу говорить перед этими сапожниками, люди, которые там находились, начали возмущаться, как ты нас сапожниками назвал. Мы эти что, сапожники, имеется в виду те, кто с кожей работает. И Шридхар Махарадж сказал, что мы очень оскорблены, давайте послушаем, почему он нас назвал сапожниками. Если он не ответит, то надо наказать его будет. И вот дали слово Кешу Махараджу, чтобы он дальше продолжал говорить, почему назвал их этими теми, кто занимается обделкой кожи. И вот Шрила Кешав Махарадж за 20 минут все рассказал, и люди действительно поняли, что да, они заняты вот этой телесной концепцией, заняты вот этими материальными вещами, и действительно, как они могут совершать баджан, если они находятся на этой материальной платформе. Много раз я говорил, до тех пор, пока вы не утвердились в Гуру Татве, мы не можем начать Харибаджан. Вначале всего мы должны мы должны, вот, согласно вот этому киртану, то есть когда мы должны развить самбандхагьяну, и если у нас нет самбандхагьяны, нет, мы не знаем наших отношений с Гуру Вайшнавами, мы не знаем, какое служение мы должны совершать, хотя в Гите Бхагаван Шри Кришна уже говорит вот в этой шлоке. И те, кто дикша гуру, и те, кто шикша гуру, они могут дать нам татва-гьяну, но мы должны служить им, поскольку Харинам не может явиться на нашем языке. Как Харинам может явиться на нашем языке? Как это возможно? Как ожидать этого? Как можно повторять лак Харинама, даже один Харинам, как повторить? И вот там описывается то, что все наши органы чувств, ум, они могут быть захвачены Харинамом, и тогда мы сможем повторять Харинам. In that case, you can start Harinam. Otherwise, иначе, you are under the influence of Maya. Если мы находимся под влиянием Майи, как мы можем повторить Харинам, будучи под влиянием Майи? А так, Шри Кришна, вот в этой шлоке говорится, Свайам Эва Спурти Адар.
Это автоматически случится, если мы будем изучать жизнь Шрилы Шридхара Госвами Махараджа, мы удивимся. Можно увидеть, что Шридхара Госвами Махарадж, он, когда он воспевал Харинам, можно видеть, как, с каким чувством они воспевали святые имена. Именно как я услышал, я был очень впечатлен. Он повторяет Харинам так, как будто он все погружается под воду. Он зовет святые имена, подобно тому, как он тонет и зовет на помощь. И вот таким образом Шрила Шридхара Госвами Махарадж, он так зовет Господа. Если вы один раз услышите, если у вас нет никаких оскорблений, то вы будете очень впечатлены, вдохновлены. Он плачет и зовет святые имена. И это, что так, и зовет он так, что сами горы Нитьянанда, они присутствуют в его харинаме. И вот Кришнадас Бабаджи Махарадж, когда он воспевал Харинам, он плакал и воспевал эти святые имена. Then Maharaj used to say, who? Kishore Bhai Maharaj. Baba, you have so many complaints in your life. We should have only one complaint. Если Кришнадас Бабаджи Махараджу кто-то приходил жаловаться, он говорил, что у нас не должны жаловаться. У нас одна проблема, то что как мы можем совершать харинам должным образом, и почему наш харибаджан не происходит. И это наша единственная жалоба должна быть. А так на какие-то другие посторонние вещи смысла нет жаловаться. Много людей приходило к Шрилу Шридхара Госвами Махараджу, особенно после того, как Шрила Бхактивиданта Свами Махарадж оставил этот мир, то многие его ученики, они стали приходить к Шрилу Шридхара Госвами Махараджу. И Шридхара Госвами Махарадж очень смиренно, с великим терпением, если... Он узнавал, что кто-то пришел, ждет уже 2 часа за дверью, то он говорил, что нужно пригласить такого человека. То, что у него там обед или отдых, это подождет. И вот это, и также Махапрабху, когда он слушал Харикатху, то приходил Говинда, говорил, что нужно уже поесть, отдохнуть, и поэтому и Махапрабху говорит, что слушание Харикатхи для меня настоящий отдых, и поэтому продолжайте говорить, я не хочу, это для меня настоящий отдых. Kalam kalin geek surami mudda bhita anudghatto daratrayam bhitti trayam guru bhitti trayam means three fancy wow. И вот Махапрабху, будучи в Гамхире, second world, third там
он иногда уходил из своей комнаты в Гамхире, несмотря на то, что было там три двери и три забора. Но Махапрабху все равно как-то оттуда уходил. And not only the Shankar Pandit, who is the pillow, who is acting as pillow of Chaitanya Mahaprabhu. Pillow, you know? You use pillow? I never use pillow. No. My head is very soft. My head is not soft. I was pillow football player. My head is very hard. So I never use. So you see, so Shankar Pandit, и вот описывается, что Шанкар Пандит, он был, являл лилу подушки, он, то есть он был, как сказать, действовал в качестве подушки. А Махапрабху все равно как-то убегал. И вот его оставили охранять Махапрабху, и Махапрабху все равно как-то ушел. И он сказал Раймахашаю, что сказать, я падшая душа, я хотел спать, а... Я хочу служить, но иногда засыпаю, и Махапрабху тем временем ушел куда-то, но не безопасен, не беспокойся, он пошел принимать омовение в океане. И вот Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж, много преданных приходило к нему, спрашивали разные вопросы, и он научным образом отвечал на все их вопросы. И вот кто-то спросил, что живут они в храме, и их этот командир храма постоянно занимает их в каком-то служении, Харинам некогда повторять, что делать. И Шрила Сиддхартха Махарадж, он засмеялся и сказал, смотрите, Харинам и Сева, они взаимокомпенсирующие факторы. Мы совершаем Харинам, чтобы получить больше служения, и мы совершаем служение, чтобы больше повторять Харинама. Поскольку чем больше харинама мы совершаем, тем больше мы молимся о том, чтобы получить больше служений, и наоборот. И поэтому харинама и сева, они не отличны друг от друга. Иногда мы чувствуем, что у нас нет времени совершать служение. Наша гурага дает нам совет, что мы, если мы совершаем служение, например, готовим или идем на рынок, или еще что-то делаем, все равно нужно повторять харинам устами. Бхактивинода Тхакур говорит, что мы всегда должны повторять харинам устами и совершать служение руками. И если мы так будем делать, то впоследствии увидим, что Харинам он явится на наших устах. И это таково его наставление. И Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж говорит, что Харинам и Сева, они не отличны друг от друга. И иногда кто-то, и вот однажды какие-то разбойники пришли, чтобы забрать Радха Мадхава отсюда, и тогда какие-то преданные устроили стрельбу, убили одного разбойника,
и какие-то люди пришли, начали возмущаться Шридхар Махараджа, что какие они преданные, они тут стреляют, убили разбойника. И Шридхар Махарадж ответил, почему нет? Ну а как нет, вот разбойники пришли, воры, чтобы украсть Радамадава, они застрелили их, а Шридхар Махарадж сказал, что это Тринадапи. Это их смирение, если они хотели украсть Радамадава с храма и застрелить такого разбойника, это Тринадапи, это смирение. А что вы говорите, да? В моей жизни однажды тоже случилось, однажды какая-то собака, не было ограды, и одна собака захотела зайти в храм Далджи во Вриндаване, я побежал с палкой на нее, собака убежала. Кто-то думает, что я это не вайшнавата, если мы будем отгонять собак от храма. Но если они туда попадут, оскорнят все, поломают, и поэтому, конечно, Кришна пребывает в их сердцах, но внешне они собаки и обезьяны, и поэтому им внутри храма делать нечего, и это будет служением, если их выгнать и не пускать. И поэтому кто-то может сказать, что вы что, Кришну внутри их не видите, зачем их бить и прогонять. То есть, ну, это служение будет, если мы прогоним обезьяны, собаку. И если какая-то, как, например, если во Вриндаване какая-то птица слишком громко поет, то Радхарани говорит ей, чтобы она потише пела, поскольку это беспокоит ее служение Кришне. Что такое сева и карма, мы должны определять. Но между кармой и севой очень, очень тонкая грань, и очень тяжело определить эту тонкую грань. Какая-то очень мельчайшая грань, если мы отклонимся в одну сторону, это будет целое, а в другую это будет карма. Об обусловленных душах я тоже могу рассказать. Это они находятся на таком пограничном положении в татастха, они татастха шакти. И гьяна, она тоже находится в дживатмине. И агьяна, невежество, она тоже внутри каждой души, внутри каждой дживатмы. Как знание, так и невежество, они вечно пребывают. И вот Шридхар Дев Госвами Махарадж, он может вести нас должным образом, можно понять, что такое бхакти. Я слышал от моей Гуру Варги в Ассаме, в Сарбоге, и там Шридхар Прабхупад отправил Мадхава Госвами Махараджа и Шридхар Дев Госвами Махараджа, чтобы они... Там был храм, построили, нужно было подготовить к установлению божества. И вот они приехали, там много людей были, они кричали «Джая Прабхупад», и процессия была на слоне. И вот они посадили Шрилу Прабхупаду на слона, и воспевая святые имена, воспевая киртан, они поехали на то место. Я был там однажды. И вот в то время не было никаких там удобств, ничего не было, просто храм в поле. И вот и Шрила Прабхупад, он там сделал для него маленькую комнатку, там очень жарко было в то время.
room is there, that Marasoma Maharaj Prabhupada used to come here and stay here. Really? Yes, this room. But now we are staying in so nice room. No problem, no mosquito, ACTC. So nice room. Simple frame, simple element. So great. After that, И вот, ну, Шрила Прабхупада была там простая комната, она до сих пор сохранилась. И вот Шрила Прабхупада сказал, дал особое наставление Рамананде Прабху, это имя Шридхар Махараджа, до принятия саньяса. И вот он сказал: Рамананда Прабху, ты должен пойти внутрь храма и все подготовить, и тогда позови меня, я пойду в алтарную и начну церемонию призвания божеств. То есть ему нужно было подготовить, убрать там и прочее. И Рай Рамананда пошел внутрь храма, он все... Там было уже все практически готово, он все сделал, что и он... И он также предложил гирлянду Радха Говинде и поклонился им. Хотя Рамануджачарья говорит, что любое божество, которое еще не установлено, ему кланяться не надо. А если мы находимся на уровне вот, Брахмабута Прасанатма, вот на таком уровне, то это другое. И тогда можно кланяться даже мыши, видя Кришну в ее сердце. В Айодхе такое же случилось. Один саду делал чапати на берегу Сарабу Ноди. И вот он чапати делал. И одна собака пришла, взяла весь этот емкость с чапати и убежала. А этот садук кричал собаке, что собака, подожди, тут чапати ги забыли смазать маслом. Приходи, намажем ги, и тогда уже вноси. Very nice Ram Bhakta, very nice Paramahansa speaking this way. Like our Bhamsidas Bhavaji Maharaj, Gaur Nityananda or ornament stolen. Bhamsidas Bhavaji Maharaj coming and asking. Вот однажды у Вамшидас Бабаджи Махараджа украли все украшения для Горнитянады. Он у Горнитянады спрашивал, кому ты отдал все эти украшения, а он ничего не ответил, и Вамшидас Бабаджи Махараджа ушел и пошел в какое-то здание, но кому-то домой пошел. Начал стучать и сказал, что вот такой-то вор украл вот украшение, давайте назад. То есть он сказал, что вот украли, а Гуранитай хочет назад это все. И вот вышел какой-то хулиган, начал орать, что надо. И вот этот хулиган скинул его с лестницы, и он упал, сломал ногу. No complaint.
Но Бабаджи Махарадж не жаловался, что вот за что-то меня скинул с лестницы, и он вел как-то назад дополз до гуру Нитьянанды и сказал, что зачем ты меня послал туда, наказал меня. Однажды Бхагаван Дас Бабаджи Махарадж, он тоже кто-то украл украшение у божеств. Вот это с нам Брама, вот это святые имена. Но Бабаджи Махарадж сказал, что, может, ему не нужны эти украшения, поэтому их украли. Если бы были нужны, их бы не украли. И вот через какое-то время Пуджари обнаружил, что какой-то сверток, и там были все эти украшения, кто-то их назад принес. И Бабаджи Махарадж сказал, что, может, он опять захотел назад украшения, вот они вернулись. И это ситуация Парамахамса. Уровень Парамахамса. И вот Сиддхартха Госвами Махарадж, он позвал Шрилу Прабхупаду, что все готово, приходите, заходите. И Шрила Прабхупад, когда он вошел в алтарную, он открыл эти... Когда он зашел, он сказал, что уже установлены божества, ничего не надо делать. А что он хотел этим сказать, как божества установлены? Из-за огромной любви Рамананды Прабху жизнь вошла в эти божества. И сейчас можно сказать, что... И вот сейчас, когда в эти божества вошла жизнь, то тогда можно уже сказать, что он, эти божества не божества, а сам Кришна. А Рамануджачарья что хотел нам сказать? Он сказал, что он говорил, что если божества какие-то установлены непонятно кем, то им кланяться не нужно. То есть, если непонятно, кто устанавливает божества, то жизнь в такие божества она может и не выйти запросто. Вот как, например, я вот слышал, что Радха Мадхава в Исконе установлена Шрилой Бхакти Прамодом Пури Госвами Махараджем. И поэтому для установления божеств, для того, чтобы основать храм, нужно пригласить очень достойного преданного, иначе нельзя ожидать, что божества будут настоящие после установления непонятно кем, и поэтому нужно, чтобы вот установкой божеств занимался уже точно чисто преданный. И если этого не было, поэтому какие-то другие проблемы приходят. Как, например, говорится, что вот в прославлении прасада, что если мы будем принимать прасад, мы сможем одолеть майю, Удав говорит Шри Кришне. И Удав говорит: о Прабху, мы получим Vayam, we are
И вот Удава говорит, что я всегда использую прасад. Вот украшения от тебя. Иногда он отдает Удаве свои украшения, одежду, корону и прочие вещи. Но все же мы принимаем прасад. Но почему мы не можем избавиться от влияния Майи? Хотя в киртане говорится, что служением прасаду все препятствия уничтожаются. Но почему мы не вышли из Майи еще? Поскольку мы не понимаем славу Махапрасада. Я сам видел один очень бедный человек. Может, из какой-то низкой касты он однажды принял Джаганат Прасад, и какой-то богатый известный человек, он тоже принял Прасад из той же тарелки, но такие правила только в Джаганат Хапуре. Даже собака, если ест с той же тарелки, что и вы, то можно принимать. То есть Махапрасад, он таков, что Джаганат сам говорит, что Лакшми Деви будет готовить, а я буду принимать тот прасад. И сама Лакшми, она готовит. Можно вспомнить, в Гае однажды Шри Чайтанья Махапрабху однажды готовил, и Ишвар Пурипад пришел. И он хотел накормить его. Сам Шри Чайтанья Махапрабху что-то приготовил, Кришна. И вот можно увидеть, что Махапрабху на самом деле не готовил, а Лакшми готовила внешне, хотя внешне выглядело, что Махапрабху готовил. Но так или иначе, с Кришна Таттвой, Нараяна Таттвой, если Кришна либо Нараяна, то там Лакшми. Это все Лакшми Таттва в различной форме. И таким образом Сиддхартха Госвами Махарадж, он был таким великим ачарьей. И все люди с различных частей мира, они приезжали, чтобы принять советы Сиддхартхи Госвами Махараджа. Шрила Прабхупад хотел отправить Сиддхартхи Махараджа и Мадхава Госвами Махараджа, отправить их на запад для проповеди, но в последний момент они передумали. Сиддхартхи Махарадж, он сказал, что я спасен, я не мог бы отказать Шри Прабхупаде, но по воле Кришны я остался здесь, но все ли по милости Шри Прабхупады? Сиддхартха Махарадж проповедовал на Западе, пытайтесь слушать, что я говорю, смотрите, хотя он сам не был никогда на Западе, но он также, но он проповедовал на Западе, и как это возможно, если он там не был, то есть ему не нужно было ездить туда. Если мы можем поддерживать такой ачарон, такой же этикет, как Шрила Сиддхартхи Госвами Махарадж, то тогда мы можем проповедовать по всему миру автоматически. Even for 6 months, even for 10 days, even for 9 days, even for 5 days, even for 1 day, Maya can touch. То есть влияние Майи на в западных странах, оно более сильное, чем в Индии.
когда Шрила Бхактивалабхатхита Госвами Махарадж был на Западе, но его Тамая она не могла задеть. И вот по указанию Шрилы Бхакти Памудапури Госвами Махараджа, Шрила Бхактивалабхатхита Госвами Махарадж, он поехал на Запад, а сам он никогда не хотел ехать, поскольку Варнашрам Дхарма она и только в Индии она существует в практической форме. Но все же, по милости Шрилы Прабхупады, Бхакти Прадип Тирта Госвами Махарадж, Бонадев Госвами Махарадж, они отправились на Запад по указанию Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Такура. Шрила Бхактисиддханта Госвами Махарадж, он явился к нему во сне, Шрила Прабхупад явился к нему во сне и сказал своему Махараджу, чтобы он ехал и проповедовал на Западе. Это было несколько раз. То есть мы не можем говорить, что by the mercy of Prabhupada, all our Guru Bhargava first went there in foreign country. Even Bhaktivinoda Thakur, he was the first personality to speak Chaitanya Garbhasa in front of foreign people. Начал проповедовать читание даршан на других языках. Шрила Бхактивинода Тхакур, он писал книги на английском, на бенгали, на хинди, на урду, на ори. Его английский был настолько прекрасен еще 150 лет назад. Он был первый. Если мы скажем, что Шрила Бхактивинода Тхакур не проповедовал на Западе, это неправильно. Он проповедовал с помощью своих книг. Мы должны думать так, что они... Они сделали некие предваряющие вещи, которые помогли проповеди на Западе. Как Шрила Бонда Госвами Махарадж, он проповедовал на высоком уровне, он, и Госвами Махарадж, они говорили на таком прекрасном английском, что даже выпускники Оксфорда, они не могли говорить на таком прекрасном английском. This kind of so nice knowledge is to preach. If you speak, they never preach and pass a dirty remark. Then of course you are going to make a brother and fall down. 100%. Don't try to pass this kind of remark. Never preach. Наша Гурага проповедовала на Западе, может, прямо или косвенно, но мы не можем говорить, что они не проповедовали. Есть книга Шрилы Бонадева Госвами Махараджа, называются его лекции на... в Англии, в Германии. И вот Бхакти Пратип Тирта Махарадж, он тоже был на Западе, Нишканта Сандьял, он был известный профессор. Он написал книгу в двух томах о жизни Шри Чайтаньи Махапрабху. Шрила Прабхупада сказал, что Нишканта Сандьял он так много сделал для Гаудия Матха. Сам Шрила Прабхупада сказал о нем так. Эти книги называются «Шри Кришна Чайтанья». И после этого другие вайшнавы, они совершали много служений в проповеди. И Прабхупада compiled one very nice, so many books. Впоследствии Шрила Прабхупада он составил одну книгу, ну, не, точнее,
до этого много книг написал, но под последствием написал книгу для Сахаджи Пакрита «Рос Сатадушани», так называется, «100 недостатков Сахаджи», «100 ошибок Сахаджи», она опубликована в Шрила Кеша Госвами Махараджа. И потом Нарисимха Махарадж из Южной Индии, он ученик Шрила Бхактивиданты Свами Махараджа. Он перевел ее на английский. И я говорю на Харикатху, что мы должны изучить эту книгу. I can take permission, Maharaj, only tell sessions, this way I can give, that Maharaj give permission, so I do. So you can go mad, that book is available in your mouth also. Pakita ras sato dushani. Then you can feel that I am not speaking hard. I am not speaking, I am not against anybody. I have no political mood. Only I am going to unveil the truth. И вот Махарадж говорит, что он хочет открыть нам абсолютную истину, и он не имеет никакой пристрастности к чему-либо. И вот сегодня день ухода Шрилы Сиддхартха Госвами Махараджа, и больше мы не можем иметь его прямое общение. В этот день он ушел, но его наследие, он оставил много книг после себя, можно изучать их. What is the love for Guru Varga? Что значит любовь к Гуру Варге? Наша Гуру Варга. Как? То есть вайшнавы, наши Гуру Варги, как они любят других вайшнавов, можно приведить на примере Шили Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа. Вот однажды он... Вот он, даже они там были, Шрила Пури Госвами Махарадж, Шрила Бхакти Валлабха Тирта Госвами Махарадж и Бхакти Ракшак Нараян Махарадж, они вернулись с проповеди откуда-то. Еще был... И вот, когда они мимо на автобусе, да, проезжали мимо этого храма Шрилы Сиддхартха Махараджа, Шрила Пури Махарадж сказал, что я хочу выйти, я хочу навестить Сиддхартха Махараджа. Не знаю, что случится, но я чувствую, что сегодня должен навестить его. И вот Сиддхартха Махарадж в то время являл лилу болезни. И вот они остановились и вышли. Он пришел к нему, увидел, что действительно Сиддхартха Махарадж болен, и Шрила Пури Махарадж решил там остаться, чтобы молиться о его здравии Гуранги Махапрабху. И вы не поверите, Гуру Махарадж пришел в комнате Сиддхартха Махараджа и начал плакать, что он уйдет скоро, и как же можем жить без вас. И он так очень тяжело плакал навзрыд. И вот посмотрите, какая любовь. А сейчас можно ли видеть такие примеры? И поэтому у нас такое плохое состояние. Мы не видим, не проявляем такой любви друг к другу. Я хочу, чтобы это все вернулось назад. Можете ли вы это вернуть?
Я хочу, чтобы такая же ситуация она была здесь. Я хочу видеть Шилу Шридхара Махараджа, Мадхава Госвами Махараджа, Шилу Пури Госвами Махараджа. Я хочу видеть их. Мое сердце ждет, жаждет этого, чтобы такая же ситуация была в наше время. И первая шлока, с которой я начал, я немного объясню ее и закончу. Это практически невозможно достичь лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху без помощи нашей Гуру Варги. Они, наша Гуру Варга, она подобна великому месту паломничества, и поэтому Шридхар Махарадж, и точнее Юдхиштхира Махарадж, он сказал, он сказал, кому-то, что ты посещаешь святые места, чтобы очиститься, но на самом деле это ты идешь, чтобы осветить все эти святые места, чтобы их зарядить заново, все эти тиртхи, места паломничества. Вот в этой штуке говорится. О, Гададхара, Кришна внутри твоего сердца, ты его везде носишь с собой, и ты идешь на различные места паломничества, и благодаря твоему визиту они очищаются. И вот все святые места, они находятся у лотосных стоп Шрилы Шридхара Госвами Махараджа, Шрилы Пури Госвами Махараджа, и зачем же нам ездить в какие-то другие места? Если мы, например, едем во Вриндавану, можем ли мы сказать, что мы по-настоящему получили даршан Вриндавана? Можем ли мы прикоснуться к шлагаму и сказать, вот в этой шлоке говорится, что все святые места, они у стоп Говинды, его преданных, его Прабхудананда Сарасвати подпишет. Что мы можем... You can take travel towards Shiv, Vishnu, day by day go on mercies. But this year, without serving, что не служа Парамахамса Вайшнаву, как Шрила Шридхара Махарадж или Шрила Пури Махарадж, мы не можем достичь успеха. Просто ездя по святым местам, это мало. И Веды, Упанишады, они указывают все, они все указывают на лотосные стопы Шри Кришны. Мы должны изучать эту философию, и тогда все проблемы, они сами собой уйдут. Пожалуйста, следуйте этому.